Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 3 декабря 2021 года. Я продолжаю ремонт. Крашу холодильник. Холодильник старый, 20 лет ему. Выбросить на помойку его жалко. Был белый, покрашен водоэмульсионной краской. Но вид, конечно, у него очень-очень ужасный. Я решила его покрасить акриловой краской. Красная. Коричневой. Буду красить 3 слоя. Краска эта очень красивая, в ней есть блеск, не как водоэмульсионная. Вот водоэмульсионная покрасила стены, в ней блеска совсем нету никакого. А это буду красить 3 слоя. Холодильник у меня будет стоять по-другому немножко. Внизу положила обои, чтобы не залить пол. У меня пол и так пострадал. Видите, от водоэмульсионной краски, когда красила потолки, все у меня лилось. Дом старый, но, как я говорила, нам еще 2 года в нем жить. Хочется чуть-чуть немножко, ну, освежить, что ли. И вот что с холодильником. Здесь вверху буду красить. Здесь очень старый, очень-очень. Выбрасывать жалко. Внутри вот так у меня получилось. Здесь потом я обклею бумагой, малярным скотчем. И прокрашу ровненько белой. Здесь все нужно будет идеально-идеально вымывать. Хорошо порошком или моющими средствами уже 20 лет прожил наш холодильничек. И вторую сторону, потом, когда установлю, я вам покажу, как буду делать вторую сторону у стенки. Ну что, будем красить. Сейчас закрасим эту стену. Час постоит и начнем второй слой. Высох первый слой краски. Видите, как быстро высыхает? Полчаса не прошло, и она уже сухая. Будем сейчас с вами наносить второй. Нанесла я 2-й слой краски. Видите, как уже стало хорошо. Но буду еще, как я сказала, и делать 3-й. Там он плохо прокрасила. Ну, а это вот здесь вот у меня еще только 1-й. Плохо, темно. 1-й, конечно, смотрится не очень. Вот так страшненько будем сейчас закрашивать. Вот вверху начала 2-й слой наносить. Ну и покажу уже конечный результат, как у нас получится на 3-м слое. Ну вот и все, мои дорогие друзья, докрасила я свой холодильник. Так вот издалека он лучше видно. Вот такой он получился у нас. Красила кисточкой, как я вам показывала. Я люблю, чтобы какие-то разводы были. Краска глянцевая. Как говорится, блестит. Уже высохло все, и я поклала продукты в свой холодильничек. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Ну вот, по-видимому, плохо еще прокрасила. Или это мне так кажется? Да, это будем еще добавлять. Плохо. Где дефекты? Оно темно. Уже плохо видно. Это я буду, когда красить пол, и я прокрашу. У меня такая краска есть. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Да, краска акриловая, коричнево-бордовая, глянцевая. Стоит баночка 900 грамм, почти 500 рублей.